Привет всем! В этом видео мы поговорим о закрытой группе. Много новых подписчиков интересуется группой. Давно я уже не снимал видео. Итак, давайте я перемотаю в самое начало нашей торговли. И буду комментировать. Так, вот мы собираемся торговать в 17 часов. Как всегда, мы собираемся обычно в 17 часов и заканчиваем торговлю. Сейчас уже заканчиваем в 9 часов вечера. Раньше мы торговали до 11 по МСК, сейчас до 9. И вот я публикую в группе сигнал, пишу евро-доллар, вверх 5 минут. Люди переходят в терминал, ставят 5 минут. Только заходит сигнал или не заходит. Люди отписываются в комментарии, плюс или минус. Этот сигнал не зашел. Вот следующий сигнал. Вам просто нужно сидеть, ждать, когда я вот публикую эти записи. Вот доллар, японский иен, опять сигнал в минус зашел, видите, да? Дальше. Евро-доллар вверх 3 минуты. Здесь была новость. И сигнал заходит у нас в плюс. Сегодня, кстати, было 2 минуса в группе. В ряд было только 2 минуса. Бывает у нас и 3 минуса, бывает и 4. Как какие дни, вы должны понимать, что это рынок. Вот у нас плюсовой снова сигнал. Вот опять минусовой. Здесь опять пошел минус. Опять 2 минуса в ряд. Здесь плюс. Здесь снова минус. Здесь плюс. Плюс. Здесь началась, кстати, серия. Плюс, третий, четвертый. Пятый, шестой, седьмой, восьмой, девятый. Серия у нас была отличная из 9 плюсов в ряд. Рекорд в группе 11 плюсовых сигналов подряд. Дальше идет минус. Спасибо за торговлю, на сегодня я заканчиваю. Вот человек ушел. Ушел с рынка, то есть вот хорошо заработал на этой серии и ушел с рынка. Никто никого здесь не заставляет торговать. Вы можете в любой момент покинуть торговлю, можете в любой момент покинуть группу. Все на ваше усмотрение. Опять идет у нас плюс, опять идет плюс. Так, я уже не считал, сколько всего там сигналов. Опять идет плюс, третий плюс в ряд, потом минус. Потом плюс, опять плюс, вот видите, у людей некоторых минус, у двоих человек минус, вот за такое тоже в правилах прописан бан, потому что люди неправильно входят, и этим отвлекают других участников, видите, у всех плюс, а у двоих человек минус, вот как это такое возможно? Это возможно из-за того, что человек либо перепутал, либо неправильно вошел, либо поспешил, либо вошел позже, либо там еще что-то, и у него минус. Либо ошибся и вот написал минус. Вот ваши ошибки в группе должны оставаться при вас. Видите, у всех людей плюс. Значит, те люди что-то сделали не так. И вот мы закончили торговлю. Заканчиваем торговлю. Я пишу, что на завтра старт в 17 часов по МСК. Вот, кто пишет, люди пишут, какой у кого результат, плюс 2000, плюс 50% за сегодня, плюс 562 рубля, плюс 45%, плюс 66%, плюс 25%, плюс 700 рублей, смотря какой у кого депозит. Сигналы в группе мы даем вместе с Ксенией. Бывает, она меня заменяет, бывает, я ее. Дальше. Вот есть в группе правила. Здесь написано, как обрабатывать сигналы. Когда вы только попадаете в группу, есть правила. Есть, как обрабатывать сигналы. Есть предупреждение о рисках. Мы всех всегда предупреждаем. Если кому-то что-то не нравится, может, кому-то не нравятся какие-то строгие правила, никто никого не держит, вы можете в любой момент покинуть группу, там вывести свои деньги с брокера, вообще там забыть о торговле. То есть вы контролируете всю ситуацию. Так, дальше здесь есть главный пост, в котором мы публикуем разные промокоды. Так, давайте перейдем к вопросам. Многие спрашивают, можно ли начать с 350 рублей.
Я не советую начинать с такой суммы. Это слив. Ну, 99% это слив. Бывает в группе там 3 минуса, и вы по Мартингейлу слили весь депозит. У вас только 350 рублей, у вас только на 3 там сделки, да, и все, и вы слили весь депозит. Ну, разгонять, это как-то бессмысленно, но это очень мало. Хотя бы там с 1000 рублей, ну, там, с 4, с 10 тысяч рублей. Вот это нормальные депозиты, с них вы можете зарабатывать. С 350 рублей нету смысла. Я, конечно же, могу вас взять в группу под вашу ответственность. Мне, конечно же, не жалко, но стараюсь людей не брать с таким депозитом. В основном это там какие-то школьники, которые нарушают, как всегда, правила. И много проблем, потому что много людей в группе, нужен четкий порядок, нужна дисциплина, потому что каждый пишет, что захочет. Дальше. Куда подходят сигналы, спрашивают люди. Народ, сигналы подходят к любой платформе. Alimtrade, Binomo, IQ Option, Expert Option. Мы, видите, торгуем на основных валютных парах. Вот евро-йен, доллар-йен, австралиец-доллар и евро-доллар. Дальше. Люди спрашивают, зачем мне нужна вот эта вот сигнальная группа, какая мне выгода. Я получаю процент от ваших сделок. Я получаю, это мой пассивный доход. Я получаю 3% от прибыльной сделки. То есть человек ставит 1 доллар, да, я получаю сколько там, 3 цента. Вот одна сделка. Делает человек там 1000 сделок или сколько там, я получаю сколько это, 30 долларов. Вот вы понимаете, да, всю суть. То есть мне это выгодно и вам это выгодно. Я, например, могу быть на отдыхе, меня будет заменять Ксения, она дает сигнал, и я просто получаю пассивный доход. Вот мне капают деньги. Вот зачем я этим занимаюсь. Зачем я создал группу. Зачем я создал группу? Так, что еще хотел сказать? Как попасть в группу? Попасть в группу очень просто. Вот наша основная группа. Сюда только писать. Прием идет только в этой группе. Писать сообщение. Вот видите, написать сообщение. И пишите сюда, прими в команду. Среднее время ожидания 15 минут. Вам всегда ответят. Пишите в сообщении, только в сообщении этого сообщества. Не писать мне в личку, не писать вот в комментарии. Вот, кстати, я каждый день выкладываю отчет закрытой группы в основную группу. Вот, выкладываю там все скрины, вы можете посмотреть. Вот плюсы, вот минусы. Так, с этим мы разобрались. Дальше еще там, что хотел рассказать. Много всяких хейтеров по поводу этой группы. Так, вот отзывы наши. Люди публикуют отзывы. Я, бывает, прошу отзывы о закрытой группе. Вот это все люди. Вот, в группе отзывы о рэпере Трейдере и Ксении Рос. Вот, оставляют отзывы. Вот, смотрите, отзывы, предложки. Вот, человек оставляет, и я беру вот подготовить к публикации. Да, вот. Все отлично, бывают минусы, но без них никуда, администрация отзывчивая. Спасибо огромное, все супер, ребята, все супер. Люди оставляют отзывы, кто-то говорит, что это какие-то там купленные отзывы. Я прошу в группе оставить отзывы, и люди вот сюда вот пишут отзывы. Вот и все, вот так вот все у нас происходит. Так, с этим я разобрался, в принципе я все вам рассказал, что хотел. Так что пишите в сообщение этого сообщества. Вот этого сообщества. Прими в команду, и я вас добавляю в команду. Вот и все. Здесь есть мои видеоролики, здесь отзывы о конкурсах есть. Все вы можете посмотреть, все честно, прозрачно. Ничего здесь не скрывается, ничего здесь там не чистится, не удаляется, как многие говорят. Каждую субботу розыгрыш идет 1000 рублей. Так что вот так вот. Спасибо всем за просмотр. Добро пожаловать в нашу закрытую сигнальную группу. Всем удачной торговли. Всем пока.